Музеи Подмосковья возобновили работу. Период ограничительных мер завершился 14 декабря. По постановлению губернатора столичного региона Андрея Воробьева, в городском округе Люберцы свои двери для посетителей открыли два учреждения. Картинная галерея и музей истории и культуры Малаховки. Наша съемочная группа уже успела побывать на первой выставке. После двух месяцев картинная галерея начала свою работу с торжественного открытия выставки. Накануне новогодних праздников художники со всего Подмосковья сделали любителям живописи подарок. Представили в Люберцах свои лучшие работы, посвященные самому сказочному времени года. Здесь более 120 картин. Основной жанр – городской и природный пейзаж. У меня не первое знакомство Союза художников Подмосковья с люберцами. В 2008 году здесь проходил международный симпозиум скульпторов. И сейчас Люберцы украшает порядка 10 скульптур из гранита. В картинной галерее подобную выставку Союз художников Подмосковья проводит впервые. Окунуться в рождественские сны жители городского округа Люберцы смогут до 30 января следующего года. Заботы и здоровье наших жителей, это можно сделать по предварительной записи. У нас организованы сеансы, которые распределены друг от друга с двухчасовым интервалом. И количество посещений за один раз у нас пока сейчас, к сожалению, ограничено. Кроме выставки картин, посетителей музейно-выставочного комплекса ждут пешеходные экскурсии, мастер-классы, фотозоны и резиденция Деда Мороза. Двери учреждения будут открыты в течение всех новогодних праздников. Луиза Егазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.